Здравия всем, друзья мои! Уже месяц цветет моя красотка Динема Полибулбон. Вот такие славные цветочки, маленькие, нежные, очень симпатичные. Камера почему-то показывает их немного более светлые, они такие чуть более оранжевые, немножко такие в сторону кирпичного цвета. Вот, очень нежно. Я безумно рада, что она есть в моей коллекции. И это уже ее второе домашнее цветение. Она ароматная, имеет запах. Конечно, цветочков для такого насыщенного аромата здесь недостаточно, но в принципе, когда подходишь близко, рассматриваешь растение, то запах ощущается. Нежный, легкий цветочный аромат. Вот такая красавица. Цветет в моей коллекции. Цветет регулярно из бульб этого года. Ну, то есть те, которые она нарастила свежие. Очень симпатичная, милая. В моих условиях абсолютно неприхотливое растение. Вот такая красота.